Год начинается с невиданной акции. По взаимной договоренности Горбачев и Рейган обращаются с новогодним поздравлением к народам, соответственно, Соединенных Штатов и Советского Союза. Рейган – первый иностранец официально в программе «Время», приветствующий нашу страну в день ее любимого праздника. Добрый вечер, я Рональд Рейган, президент Соединенных Штатов Америки. Я очень рад, что могу обратиться к вам по случаю Нового года.